Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Сейчас бы я хотел продемонстрировать клетку ферпластилла, в которой есть жердочки из дерева, из натурального. Отверстия сделаны выжигателем. Значит, есть качалка, лестница, дополнительный поильник, кормушки две. Три прищепки, вот красная, там желтая и там еще красная. Еще одна кормушечка, такая игрушка с колокольчиком. Вот. Сама она золотистая, красивая, довольно-таки большая, как мы можем видеть по сравнению с телевизором большим, с тумбочкой. Ну, на этом все.